Так, всем привет! Мы находимся в Лидо. Сейчас покажу вам интерьер. Находится это в центре Тальска. Еда здесь недорогая и очень вкусная. Там можно все выбирать. Вот такие места деревянные. Тут как такой домик. Виды на центр города. Большущие окна. Такие фонарики, как будто бы вообще, я не знаю, средневековье. Как будто бы в гостях у гномики называется. И здесь сравнительно недорого, имейте в виду, если будете в Таллине, можете сюда прийти. Это торговый центр Солярис. Вот сейчас покажу вам старый Таллин, там видно немножко. И здесь опера, эстонская опера, и там, ну, где-то может быть 300-400 метров старого города вам придется пройти. Но здесь цены подешевле, чем в старом городе. Общий вид. Сейчас покажу вам логотип Лидо. Ну, очень красиво, как какой-то городок. Вот ну, как я говорила, находится он в торговом центре Солярис. Поднимайтесь на второй этаж, и вот вам вот такой Лидо. Здесь, как отдельно, можно купить сладости. €70 творожный пирожок какой-то. Рабарбары пирог, €80. Так, смути 3,25. Вот, это был очень вкусный торт. 2 евро стоит, я говорю, и малиновый шоколадный тут тоже очень, очень мило и недорого. Заходите и набирайте себе одну, допустим, салатик такой 1 евро стоит, 100 граммов прикольный. Селедка под шубой, такой кубик стоит 2,20. Ну, тут рыба такой отдел. Набирайте себе на поднос, а потом вот там касса, и вам все насчитывается. И такие куски торта под 2 евро. Вот. Такая красота тоже стоит 2 евро. Тут круассаны. Ну, маленькие. Выбирайте себе какой-нибудь кофе, капучино, латте. Напитки, допустим, морковный сок 2,20, рабарбара напиток евро, и компот из клубники €25, и из вишни какой-то. И здесь такие десерты творожные, ну, это с творога такие, 65, рисовый десерт с кашкой рисовой €55. Ну и такие тут большие будут. Вот такие тут блинчики всякие, €55 стоит один блинчик, он с мясом.
цезарь, допустим, 4,70. Вот такая порция большая. И из этого вы набираете себе салат. Здесь такие есть маленькие салаты по 1 евро. И салат стоит 60 центов 100 грамм. Набирайте, потом придется их взвесить. Рыбные запеканки, они стоят 4,60. Рыбная запеканка такая, и из цветной капусты такое запеканка стоит 3,50. Вот еще там сухое рыбное мясо. Там добавки. Тут разные супы стоят. Бобовый суп 1,45. Солянка 2. Выбирайте такие вот шубочки, можно взять, соляночки добавлять. Такие еще всякие ингредиенты. Зелень, всякие соусы со сметаной. Ну, это было бы не больно, но думаю, вам было интересно.